Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, и добро пожаловать на новенькую серию по Майн Колонис на 1.19.2 версии. А сегодня я бы хотел бы отправиться в путешествие, посмотреть, может быть, что-то интересненькое новенькое найти. Ну, блин, просто тут такие модификации стоят, что можно поискать и найти, например, какие-нибудь руины. Может, какие-нибудь здания. А вообще было бы при хорошем раскладе найти нам деревню жителей. Это прям вообще будет огонь. Если мы такое сможем сделать. А, кстати, вон там вот вижу, что-то виднеется. Ну, мы до того дойдем еще. Хотя бы как минимум с этой стороны. И надеюсь, что дождик этот закончится. И надеюсь, что здесь еще, знаете что... Нету никаких усиленных мобов. Обычные зомби, обычные криперы и так далее. И если тут что-то есть помассивнее, ну это жесть. Вижу, что-то виднеется. Интересно, что за здание. Ну, на мини-карте очень интересно выглядит. О, еще что-то. А как я? Так спрятано. У нас тут костерок, значит, да? И бревна с рельсами. Кстати, с рельсы нам могут понадобиться для декора какого-нибудь. Ну, ё-моё, аж ППС проседает. А костры тоже где-нибудь, думаю, точно пригодятся. Поэтому по возможности будем забирать все. Хотя, только уголь собрали с костров. Это у нас что? Стоило какое-то? О, котелок. Прутья. Интересное здание, но я это... Понимаете? Сейчас его просто ограблю. Хотя можно было бы это как-нибудь все снять одним разом? Не, слишком долго. Ладно, последние три штучки, побегу дальше. Не, он ждет какое-то мега крутое здание. Что-то еще есть. Я хочу посмотреть. Колодец. Лол. Ой, ладно. Вау! Это библиотека. Красиво. Прикольно. Надеюсь, там монстров нет. Хотя, что-то там непонятное вообще внутри. Там голем ходит. Ну, если голем ходит, значит, там безопасно. Значит, там монстров нету. A quick place. Какой-то он выскочил. Достижение. Что-то я нашел, интересно. Так, а вход тут есть какой-то безопасный к вам? Чтоб непонятно как не прыгать. Типа забирайся как хочешь, называется, да? Ну, сейчас дом придется это красиво ломать. Ладно. Слизь? Что... Типа тут слизняки спавнятся, а он ходит их убивает. Круто. Привет, голем. За урожаем смотрит. Красавчик, красавчик. Ети же, пассатижи. Зато теперь у нас есть слизь. О, грузовая вагонетка. Кости, веревки. Седло. Вкусности начинаются. Давайте сломаем. Часики. Бумага, чистая карта. Кстати, может быть, карту понемногу это, знаете, показывать. Открывать. Зелье. Ух ты. Вот это нужно однозначно забрать. Кафедра. Я первый раз вообще вижу такой блок, не знаю, зачем он нужен. Но он есть. О, мы заберем. Так, выше этажом, там ничего нету.
Ну, разумеется, отсюда я хочу, хотел бы вытащить все нафиг эти полки. По крайней мере, книги. Книги это для библиотеки очень сильно понадобятся. Подойдут. Конечно, зачарка было бы лучше. Их пособирать сразу книжные полки такие. Но книги тоже хорошо. Но, опять же, много сейчас не смогу унести. Хотя, если сейчас тут все лампы заберу, то будут спавниться всякие монстрики. Доигрался. Все, погнали отсюда. Ты как кто за... А, ты... Он подглядывал, что я тут делаю. Интересно. О. 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 Надеюсь, он там не со стороны... Справа... Не с правой стороны идет ко мне. Так, а что мне вообще из этого не нужно? Семена свеклы. А тут два их... А, тут два голема. Прекрасно. И куча, кстати, бочек. Сами бочки я бы взял бы. Однозначно. Ох ты ж, ё-моё. Давайте посмотрим, засуммируем. Ну, хоть что-то взял. Это чё? Куб. Какая красота. Так, от одной нитки толку никакого. Ведро это однозначно нам нужно. И еще чест. Чест, это хорошо. Ну ладно, эту вагонетку пока оставим здесь. Так. Ну, хоть что-то для начала. Пчелиные соты. А что-нибудь еще? Фух, ну вот. Только-только отошли от дома, уже заполнились по максимуму. Красота? Красота. То как отсюда теперь выбраться? Хотя тут все так устроено таким макаром, чтобы големы отсюда не выбрались. Поэтому надо вылазить тоже аккуратно. Мне вот интересно, что там. Мы это издалека видели, а сейчас хотя бы уже близко находимся. Ну, блин, я уже заполнил, надо домой сначала сходить. Сейчас жадность фраера разгубит. Сундуки. Сундуки это хорошо. В сундуках обычно что-нибудь вкусное. Но опять же, это все на лету. Да. Hello. Бочки пустые. Они не пустые. А вот и железо тебе первое. Красота. Острота 1. Бесконечность. Ой, ё-моё. Так, ну давайте что-нибудь тут пока вот так вот оставим. То, что мне поначалу сейчас точно не пригодится. А заберем... Очень нужная вещь. Хотя еда тоже нужная вещь. Однозначно. Так, ну это не все. Тут еще сверху есть. Защита 3. Так, кирка подождет. Я приду, потом это все заберу однозначно. Так. Нам бы наверх. О, еще куча всего. Острота 1, починка. Опа.
Прям вообще шикарная штука. Пластинок. Алмазная. Ух ты. Красота. Ху-ху. Везучий рыбак 3. Блин. Да что такое? Ладно. Однозначно. Ой, еще и первый алмаз. Жесть какая. И еще один. Защита 4. Защита огня. Везучий рыбак 3. Круто. Сундук не буду выкидывать, потому что он пригодится. У него буду складывать еще, когда приду домой. Ну ладно, что поделать. Приду, разгружусь и приду еще раз. Мне нравится. Куча всего. И это, кстати, вон возле дома находится. Вай. Вот это да. Пока отфильтровал, он уже все построил. Какой красавчик, а? Молодец. Давайте взглянем, что тут у нас. Небольшая такая хибарочка. Прикольно. Ну, а теперь, разумеется, нужно починить. Починить остальные вещи, что у нас есть. Может, там по минимуму ресурсов потребуется. На... Блин, на создание. А, ну вот, на один тут и будет жить, да, я так понимаю, да. То есть один из одного опции строительства. А, ну все. Даже дорабатывать его не надо. Давайте тагасклад тоже заклеймим. Прикольно. Хотя он разобран чуть-чуть.
ну и вот, смотрите, кстати. Отображается, да. Что нужно где-то что-то починить. Починить. Ага. Погнали смотреть, что ему для починки нужно. Ну, я выбрал курьеров. Ну, чтобы рядом было, сейчас склад уже достроим. Ну, хотя бы не с нуля делать ему тоже хорошо. Доска 3-3. Все, строй. I love the smell of fresh timber. Thank you.
Ё-моё! Всё-таки нападают, а? Жесть. Кажется, сейчас будет моя первая смерть. There's not enough place for my family to live here.
up, just couldn't start it. Oh my, eyes on the target. No, no. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Изначально я тут планировал сделать какой-то прикольный такой спуск, лестницу. Ну что, такое интересное место, но почему-то не сложилось. Я решил в будущем пойти по другому пути. Ну а теперь пора уже ложиться в баньки. Пропускаем ночку. Черт. Хорошо, будем в другом месте переждать ночку. А с вами хочу попрощаться. Спасибо, кто посмотрел эту серию. Не забывай обязательно поставить большой палец вверх, подписаться на канал. Всем пока.